Ребята, всем привет и доброго времени! Как снять передний бампер с B3 Passat? Ну, для начала надо снять бленду, потому как она за него цепляется. Это первым делом. Снимаем бленду. Бленда снимается просто. Нужно открыть капот. Опа. И вот они, крепления бленды. Раз, два, три, четыре. Откручиваем и снимаем бленду. Ну вот, смотрите, ребята, мы открутили крепление. Вот, раз, два, три и четыре. И теперь чуть-чуть назад, чтобы было вот так вот видно. Вот я берусь за нее, вот, и тяну. Тяну ее вот так вот на себя, потому что нижняя часть бленды, она вставляется вот сюда вот. Ну, как бы в бампер получается. Здесь вот резинка уже улетела, а здесь еще стоит. В общем, вот она бленда. Бленда у нас снята. И бленда в руках. Теперь снимаем дальше бампер. Что нам нужно сделать теперь? Теперь мы снимаем номер с этого бампера. Ну, чтобы там не было никаких саморезов. А здесь кто-то, видите, прикручивал его в крыло. Откручиваем этот саморез. И здесь еще есть второй саморез. Откручиваем и его тоже. Ребята, после того, как вы открутили здесь, открутили номер, надо открутить и подкрылок. Вот отсюда саморезы с обоих сторон. Смотрите, вот мы открутили, то есть саморез, вот здесь вот сбоку все открутили. Теперь как его снять? В дальнейшем он снимается довольно просто. Вот так вот. По идее, надо толкать. И все должно слезть, когда ничего не прикручено. А здесь он еще прикручивается и снизу. Значит, откручиваем его и снизу. Смотрим, где он у нас тут еще прикручен. Ну, открутил еще одну часть. Хорошо сидит. Ну что, не получается таким образом. Значит, придется откручивать усилитель бампера, дабы его вытащить. Хотя не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы усилок остался на месте. Так, ну что, ребята, просто пластик у меня не захотел слазить. Он хорошо зацеплен за усилитель бампера, поэтому снимаю его вместе с усилителем. А для этого нужно открутить два болта вот здесь вот, вот где стоят рычаги. Первый прямо вот здесь вот, а второй чуть-чуть подальше. Всего их там три штуки. Поэтому первый, второй и третий. Последний мы не откручиваем, потому как он держит подрамник. Первый вот такой вот коротенький. Второй вот такой вот длинный. Ну вот, смотрите, держи. Теперь он берется вот так и тянется на себя. Там еще что-то у нас мешает. Зацепился. Нет, прикручен, ребят. Вот так вот. Это уже, видите, я подправил губу. Губа усилена металлическим листом, ну, тонким, тонким. И этот лист прикручен посередине. Походу, к центральному усилителю. Ну да. И по краям тоже. Вот это да. Видите, как все по-разному колхозят губы. Ну что, откручиваю, что делать? Тоже откручивать, что ли? Сынок, вот надо было прям залезть, вот прям так. Ну куда ты, да? Крутишь, я понимаю, помогай. Молодец. Что, дай ключ? Крутить будешь? Ну крути. Теперь снова переставляем его. Вот так. Крути давай. Тяни.
Вот так. Толкай. Толкай, толкай. Опа. Все. Так, давай, ложись, нормально. Все, нахуй ложится. А, мы открутили это все. Нет, нет, открутили. Все, ну, первый болт открутил свой. Все, давай сюда. Давай, на другую сторону пошли. Ой, ой, да. Тяжело, да. Да, да. Тянем, тянем, тянем. Давай. Все, открутили, вставай. Все, давай, давай, вставай, отходи. А теперь мы берем и тянем бампер на себя. О, видите? Вот он этот дикий колхоз. Вот она, как она выглядит. Это чтобы не выворачивала губу. Но при всем при этом, видите, здесь уже стоит сеточка. И вот эта сеточка очень хорошо держит этот бампер. Но на этом бампере, вот смотрите углы, отломаны крепления. А с этой стороны? А с этой стороны крепление целое. Одно крепление с водительской стороны отломано. Поэтому этот бампер и был на саморезах. А вот они, крепления, пластик. То есть вот он защелкнут. И он не слазит. Хотя его можно. Я, например, свой сдергиваю, усилитель остается, а мой бампер сдергивается. А этот нет, этот вот такой. Бампер этот идет у нас в продажу. В общем, смотрите. Описание, кстати, смотри, покажи, покажи, что мы нашли. Ребята, у нас бонус. У нас бонус, видите, нашли ключ, который здесь лежал. О. Ну что, в общем, всем пока, всем добра. Смотрите описание, там будет ссылочка на обзор этого бампера. Вот. Также в том обзоре вы найдете цену этого бампера. В общем, всем добра, всем пока и удачи.